Так, всем привет, с вами Печень ТВ, и сегодня мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Так, я выполнил одно задание, вот ящик. Вот ящик. Надо два открыть. Так, крышки. Неудивительно. Вода. Хоть что-то нормальное. Надо. Нормально бегают. Может,
поставлю уже совсем. О, да, на темных этапах игры на видео не поиграешь особо. Произвелось. А эти двое еще там бегают. Они бегают. Мне кажется, они еще долго будут бегать. Так, вот я вернулся, у меня тут сообщение сейчас. Да. Кажется, у меня проблема. Совсем с чем только можно проблема. А, ну это потому что я ничего не смотрю. Не наши. Ну, наверное, через часик можно возвращать ее. Пашка умирала, ничего. Ну, крыши. Ну, очень мало крыши. Они даже самый плохой командир, конечно. Вот и все, это произвелось. Теперь у меня проблемы с едой. А, у меня проблемы с едой теперь. У нас еды не хватает. Издевательство. Я говорю, полагаю тебе. Тоже полагаю тебе. Здоровье, эти. Мне нужен несчастный слушай.
Как уплотнить Феррари? Ускорить производство воды. Киша, что я получу и воду, и жертву. Как? Ты твой хорошо. Да ладно. Или она касается. Да. Ужо. Я мог подушить, пожалуй. Прежде за то, что подушу, пожалуй. Это сам буду делать? Нет, подушу. Так, вот опять произвелось все. Это собирается воду и иду. То есть все, мы опять выходим. Мне кажется, играть бесплатные игры очень глупо. Причем бесплатные игры, которых надо ждать. Тут очень много надо ждать. Даже больше, чем Forza Ghost, который я очень часто играл. Даже играю сейчас. Но не дать. Не на надо, но никак. Так, у меня тут риск пожар начался, пока я стоял на паузе. И пока на чай. Потушили. Вот все, наконец-то. 200 крышек. 4 единиц воды не хватит. Какой риск? Больно большой риск. Угу. Ну, я вернусь потом. Так, вот, теперь вернулся. Теперь у нас должно выполниться одно задание. Я смотрю, какое задание? Вода. Да еще и... А чтобы потом задание не выдали, там вот 100 еды. Как они могут сделать? А? Ну, это, ну, это скоро произойдет. Да ладно. Она нашла броню. Эту тоже нашла. Мне кажется, она скоро вступит. Лучше как нет. Что ж. 20 минут достаточно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.